achieved with CryEngine 3. Пристегнитесь поплотнее. Мне кто-то сел на хвост. Можно мне немного? Привет, ребята. Окей, я проскочу между зданиями. Задержи их немного. Это обычно работает? Ни малейшего понятия. Сбрось его с хвоста. Маневр, уклонение. Не надо мне этого. Мой прапрадед летал в перехватчике над Лондоном. Попал. Брось помощь!
опорной панели. А как там сзади? Много очагов пожара. Сильно повреждена. Не дотянет. Да. Не рискнул сажать на землю. Выжму, что смогу. Посмотрим, может, дотянем до здания Люсхаден. Оттуда должен быть хороший вид на луч. Хороший план? Сделаем это. Почти все! Ну же! Давай! Я думаю, мы дотянули. Дерьмо. Займись двигателями, я их задержу. О да, сэр, мистер Босс. Я тут буду развлекаться на полную, пока вы выносите сюда сейчас. За этим я сюда и пришел. Еще не готово? Да, я просто помалкивал за это. Ты так хорошо проводил время. Нет, потому что я еще не починил ее. Думаю, что здесь дай еще немного времени. Напрыгивай!
это, черт возьми? Майкл, ты слышишь меня? Если ты слышишь это, ты знаешь, где меня найти. Я собираюсь убить его. Теряет себя. Что бы ни случилось в той сфере, его это потрясло. Убирайтесь из моей головы! Thank you.
Мы наблюдали галлюцинации, дежавю, ложные воспоминания, иногда признаки полного дативного расстройства личности. В лабиринт и убить Минотавра.
лабиринт и убить Минотавра.
крови 61%. Пик мощности горла гипертоннеля. Максимальное расширение. Корабль ксеноцефов ожидается через 25 минут. Мы запустили необратимые изменения в нашей природе. Другого выбора нет. Мы должны были стать ими. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Поймут, и чего у них никогда не будет. Ты пытаешься мне что-то сказать? Думаешь, зарядка нанокостюма не повредит тебе? Смотри сюда! Thank you.
Ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Иисус, только взгляни на себя сейчас. Думаешь, я сломаюсь из-за того, что столько потерял? Да? Я покажу тебе, на что эта машина способна. Технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. We'll be right back.
технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Совсем не похож. Я лучше тебя. Сейчас я покажу, на что способен. Thank you.
сделаем это. Чем ты собираешься жертвовать? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк! Пророк! Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс, держись! У каждого есть выбор. Если пророк выйдет из строя, что останется? Лоуренс! Что-то в тебе есть, пророк. Барнс, держись! Что-то, чего цепи никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Лоуренс! Тело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Барнс!
Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Архангел. Полная орбитальная аннигиляция. Учебного лагеря нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие. Только на себя. Я усвоил это не сразу. Война окончена. Я сделал много ошибок, но все же я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Они называли меня пророком.